залу. Да, вполне удобно, да. Что куда пропал? Да, захворал что-то, да. Сегодня в 19:00 на собрании. Обычная ситуация на Московской улице. Я, короче, заезжаю, понял, на априори своей мойку. Я такой, понял, короче. Сейчас, походу, мне немножко неудобно будет разговаривать. Что делаю? Да так, знаешь, кручусь, верчусь, потихоньку. Да. Куда пропал? Да закрутился немного. Вы спросите, почему после номера с Путиным мы поставили такую странную миниатюру? Да потому что именно этих ребят играть в КВН никто не учил. А сейчас гвоздь программы. Впервые на манеже КВН. Директор Мосгортранс. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, на самом деле, никакой я не директор Мосгортранса. Просто мы считаем, что именно так должен выглядеть человек, который каждые полгода повышает цены на общественный транспорт. Да. Дамы и господа, если у вас еще остались сомнения, может ли цирк играть в КВН? Порвем, как Коля, грелку. Дамы и господа, с вами была команда КВН Большого Московского цирка. И оп! Куда уехал цирк? Он был еще вчера.